Так, привет всем. Вот уже который раз я снимаю одну и ту же картинку, как я делаю зажигание на дороге. Ребята, ну что тут непонятного? Значит, мне все спрашивают, а как вы слышите, как вы, почему вы говорите, что там она требует побольше? Ребята, я вам сколько еще раз повторяю. Зажигание, самое умное и правильное зажигание, это зажигание, выставляемое на дороге. Вот стоит машина, вот, жалобы то, что она, у него, значит, это Нива, новый карбюратор 73-й воткнул парень. Значит, ну вот провал какой-то, и что-то тяги нет у него. Вот сейчас я покажу, как надо делать зажигание. Вообще, по идее, так. Почему я чувствую, что зажигание нужно добавить? Да потому что она не тянет. Я прибавил, все, уже потянуло. Я еще раз прибавил, еще потянуло. Я еще прибавил, смотри, совсем хорошо, еще прибавил, а там уже пальчики тык-тык-тык-тык-тык начали трещать, детонационное сгорание. Так вы сделайте, что вот при резком нажатии там на скорости 50, прямая передача, четвертая, она тринк-тринк пропела вам такую песенку. Вот это будет самое супер зажигание. На 50-й скорости в пол никто не ездит, а проверяет именно так. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как это все делается. Мы сейчас проедем. Борис, пошли. Это, снимай меня. Машина явно просит угла. Я уже сколько раз на эту тему говорил. Почему я это знаю? Ну, чувствую я, ребят, чувствую, что просит угла. Угла просит. Вот сейчас мы встанем здесь с вами. Борь, ты не выходи, просто свети оттуда, это, со стекла. Сейчас я добавлю ей уголок. И получим совсем другую машину. Ветерок, ветерок. Ну вот уже отвечает машина, педали. Вот. Вот это Нива уже получилась у нас. Отличная Нива. Вторая передача, 4000 оборотов. Третья передача. Вот 50 километров сейчас у меня, смотрите. И я топлю ей в пол. Слышу детонационное сгорание, слышу тра-т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 а. А машина уже хорошая. Мне стоит чуть-чуть децел убрать зажигание. Ребята, и вот это зажигание нужно оставлять. Это самое-самое хорошее зажигание. Сейчас я дам хозяину проехать. С улицы. Вломи по-хорошему машине. Машине надо разговаривать на ты. Вон в ту сторону поехать. Куда он? Вон туда он. К этому. К заправке. Пошел, пошел. Топчи. Топчи. Хорошо. Топчи. Молодец. Умница. Вот так нужно ездить. Вот так нужно ездить, дорогой мой.
такси. Вот. Ну, хорошая же машина. Так, все, разворачиваемся здесь. Едем назад. Вот, на примере этой машины мы с вами сейчас еще раз убедили, как нужно правильно выставлять зажигание. Никаких зазоров здесь нет. Здесь стоит бесконтактная система зажигания. Поэтому смело трогайте только трамблер. А вот на классике, где есть зазоры, там нельзя трогать трамблер, не установив угол замкнутого состояния, который я показывал недавно в ролике. Как его ставится? Сколько оборотов? Убираем. Но это не 1200. Я вот вижу, что это 900 на слух. А слух у меня музыкальный. Ну, у вас 1200, вот неправильно пока. Смотрите, какие 1200 здесь. Все.